Середина дня. Набережная ЖК Васко-да-Гама – место притяжения местных жителей и правонарушителей, которые, вопреки запретам, разжигают огонь на берегу. По следам правонарушителей, бросающих мангалы, угли и остатки костров, идет надзорная группа – сотрудники МЧС и Химспаса, полицейские, а также представители городской администрации. Задача – поймать нарушителей и напомнить людям о запрете разжигания костров. Особый противопожарный режим, запрещаются все действия с огнем. Не разводить костры, не бросать окурки, не жечь траву, не оставлять в траве пропитанные горючими веществами предметы. Все эти простые правила описаны в листовках, которые сотрудники МЧС раздают всем отдыхающим в парке. За несанкционированное разведение костров или использование мангалов предусмотрен штраф. Сумма штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч. Впрочем, и по окончании особого противопожарного режима осенью, говорят представители надзорного ведомства, разводить костер также будет запрещено. Уменьшится лишь сумма штрафа. Между тем, в Химках есть места, где можно безопасно устроить пикник с мангалом. В парках Толстого и Подрезского, на левом берегу вблизи пруда у дома на Совхозной 14, а также в Сходне на улицах Микояна 10 и Первомайской 59.